Нужно ли половым партнерам обсуждать свои интересы и предпочтения в сексуальных отношениях? Обязательно это должно быть, потому что от этого зависит доверие, от этого зависит гармоничность отношений. И отношения людей – это ведь не только отношения в быту, это не только отношения, когда они просто говорят где-то за кухонным столом, гуляют в парке, держась за ручку. Отношения людей – это тоже постели, и они играют чрезвычайно важную роль. И как раз сексуальное доверие, сексуальное общение должно быть частью любого общения человека. –